Готовим овощное рагу с лисичками. Рецепт особенно актуален ранней осенью, пока сезон грибов. Блюдо получается ярким, ароматным и очень вкусным. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овощное рагу с лисичками. Грибы можно использовать как свежие, так и замороженные. Из овощей уместно добавить цветную капусту, цукини и баклажан. Все овощи я рекомендую готовить до состояния полуготовности, чтобы они сохранили свою форму и не стали слишком мягкими. Подавать рагу можно как гарнир, либо как самостоятельное блюдо. Лисички 100 грамм. Лук репчатый 40 грамм. Морковь 50 грамм. Болгарский перец 50 грамм. Зеленый горошек 40-50 грамм, замороженный. Капуста 100-120 грамм. Чеснок 1 зубчик. Соль по вкусу. Черный молотый перец по вкусу. Вода 50 мл. Масло растительное 30-40 мл для жарки. Количество порций 2. Подготовьте все ингредиенты. Лисички помойте, обсушите. Крупные грибы нарежьте кубиками, маленькие можно просто разрезать пополам. Обжарьте в сковороде на высокой температуре до испарения влаги и золотистого цвета. Отложите лисички в миску. Репчатый лук нарежьте четвертинками, чеснок мелко порубите. Обжарьте в сковороде до мягкости. Морковь помойте, очистите и нарежьте брусочками. Добавьте в сковороду, обжарьте примерно 3-4 минуты. Капусту нашинкуйте на ломтики среднего размера. Добавьте в сковороду. Обжаривайте капусту, пока она слегка не потеряет упругость. Затем подсолите и поперчите. Болгарский перец помойте, очистите от семян, нарежьте ломтиками. Добавьте к остальным овощам, перемешайте, обжаривайте 2-3 минуты. Затем влейте немного воды и потушите под крышкой, пока капуста не станет мягкой. Добавьте замороженный зеленый горошек, потушите еще 1-2 минуты. В конце добавьте обжаренные лисички, аккуратно перемешайте. Овощное рагу с лисичками готово, подавайте его с мелко порубленной зеленью. Приятного вам аппетита!